Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Я Могучий. И сегодня мы проведем третью тренировку, которая будет акцентирована на работу спины и пресса. Сама тренировка будет состоять из 6 упражнений. Само упражнение выполняем 40 секунд и 20 отдыхаем. После того, как завершили цикл из 6 упражнений, отдыхаем 60-90 секунд. Из дополнительного оборудования будем использовать гантели, резинки, фитнес-резинки и ковры. Также подписывайтесь на канал Я Могучий, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале, потому что мы все хотим прийти в лучшую нашу форму. Итак, что, друзья, начинаем! Наше первое упражнение – разведение гантель в наклоне с пружинкой. Нам нужны гантельки. Ой, спасибо большое, бери тоже. Пока покажу технику выполнения данного упражнения. В исходном стопа на ширине таза, то есть пятки точно под тазовыми костями. Колени слегка смягчаем. Далее проверяем натяжение за макушку, за копчик, подтягиваем пупок и включаем пресс. На первый счет уходим в наклон и разводим руки до параллели с полом. Вот так. Раз. На счет два пружинка. Два. Три. И на счет четыре возвращаемся в исходное положение. Зацикливаем. Все. Готовы? Понятно. Поехали. И раз. Два. Три, вернулись, четыре, и раз, два, на выдохе, три, и четыре, продолжаем. Активно включаем мышцы центра, собираем лопатки и локти подкручиваем чуть назад. Следим за тем, чтобы они не смотрели вниз. И еще выдох, два, три, и продолжаем. В данном упражнении прорабатываются задние дельты, я прям их очень хорошо чувствую. И немножко осталось. Давайте последний раз доделаем. Три, два, один и отдохнули. Закончили. Супермен со сгибанием коленей. Выполняем его без дополнительного оборудования, так как оно и так нелегкое. Сейчас покажу технику выполнения. Располагаемся на живот, вытягиваем руки вперед и затем на выдохе одновременно подтягиваем локти к корпусу и сгибаем колени. Выглядит это вот так. Выдох, возвращаемся, вдох. Все подконтрольно, включая ягодицы, заднюю поверхность бедра, разгибатели спины и, конечно, плечи. Готовы? Я думаю, я смогу это выполнить так же легко, как ты сделала. Отлично. Тогда начинаем. Три, два, один. И на выдохе к себе. Раз. Обратно. Два. И наверх. Выдох. Ох. И раз. И раз. И вот. Видишь, как хорошо получилось? Сгибаешь. Чувствую разгибатели спины. А еще? Также ягодичные у меня включаются. Заднюю бедра чуть ощущаю вверх спины. Заднюю дельту можно подключить. Так, еще нам немножко. Важно в данном упражнении, скорее всего, дышать верно. Да, и где же выдох? Подсказываю. Пиковое сокращение наверху. И три, два, один, последний. Фу, отлично. Отлично, закончили. Итак, следующее упражнение – подтягивание гантель коленным суставом. Выполнять будем поочередно, то одной ногой, то другой. Сейчас продемонстрирую технику выполнения. В исходном стопа на ширине таза, лопатки собраны, грудная клетка раскрыта, пресс напряжен. За такт отводим руки над головой, а ногу назад. И далее на выдохе. Раз, два. Возвращаем ногу в исходное. Три. Отводим другую. Четыре. И повторяем с другой. Раз, два.
2, вернуть 3, поменять 4. Вот такое упражнение. Понятно? Вроде все понятно. Попробуем. Готовы? Тогда мы начинаем. 3, 2, подготовились. И поехали. Раз, 2, ногу вернуть 3, поменять 4. И раз, 2, вернуть ногу 3, 4. И выдох. Выдох, переход. Отлично. Раз, раз, вернуть, переход. Активно чувствуем прямую и косые мышцы живота, также дельта, спину. Держим центр напряженным. Молодцы, еще немного. Выдох. Поменяли ногу. И переход. И немножко осталось. Доделываем. И последний. И отдохнули. Закончили. Было нелегко. И по технике тоже было тяжело. Опять хорошо справился. Отлично. Молодец. Спасибо. Стопами. Направлено оно на укрепление прямой косых мышц живота. Сейчас продемонстрирую технику выполнения. В исходном положении располагаемся на ковер на спину. Ленту размещаем на стопу. Вот таким образом. Далее выходим на предплечье. Подтягиваем пупок, подкручиваем копчик. И начинаем ногами растягивать ленту на выдохе. Делаем раз и переводим два. Каждый раз усиление к себе коленом. Все понятно? Я думаю, здесь включаются и ноги, и не только пресс. Это абсолютно точно. Помимо прямой косых мышц живота, также вы можете проработать и длинный разгибатель передней поверхности бедра. Спасибо, что поправил. Я уже хочу попробовать. Ну, давай, вперед. Готовы. 3, 2, 1. И раз, раз, раз. Все на выдохе. Фух, к себе. Фух. Почувствуем натяжение. Сильно растянем ленту стопой. Вот, над полом ножки, отлично. И еще раз, и раз. Отчасти. Чувствуешь, пресс горит. Вот, и ноги, и пресс, все чувствуем. Активно работаем, еще немножко осталось. Не забывайте дышать, главное, потому что это очень важно. Какое дыхание? На выдохе. И 3, 2, 1. Отлично. Отдохнули. По центру. Упражнение направлено на проработку мышц центра и глубинных мышц стабилизаторов. Сейчас покажу технику выполнения. В исходном положении располагаемся на 4 точки опоры – на запястье и на коленные суставы. Также проверяем, чтобы грудная клетка осталась раскрытой, лопатки собранными, а пресс напряженным. На выдохе выходим в параллель с полом. Проверяем, ровная линия, пупок подтянут, поясница без перегиба. Потом соединяем по центру локоть и колено. Круглая спина. Опять растянулись в ровную линию в параллель с полом и вернулись обратно. После этого повторяем также с другой ноги. Я вроде понял. Отлично. Теперь начинаем. Тогда начинаем. Готовы. С правой руки. 3, 2, 1. Поехали. 1, 2, 3, 4. С другой. 1, 2, 3, 4. Раз, и сильное сокращение пресса. И когда мы в параллели с полом, следим, чтобы лопаточки оставались вместе, в ровной прямой, как столешница. Вот мы круглые, а здесь ровной линией удлиняемся. И фух, пупочек в себя, еще два плеча, два бедра остались в прямоугольнике, не косим.
выше параллели с полом, стараемся не задирать, чтобы не создавать перегиб в поясничном отделе. И 3, 2, 1, закончили. Молодцы. Фух. Обратная планка с растягиванием фитнес-резинки. Показываю технику выполнения упражнений. Располагаемся на ковре, подтягиваем резиночку повыше к бедрам. Далее, запястья под плечевыми суставами, стопа на ширине таза, пресс напряжен. На выдохе собранными лопатками отрываем таз и подтягиваем колено ближе к груди. Раз, возвращаемся обратно, два. Затем то же самое с другой ноги. Понятно? Пробуем. Готовы. Прям повыше над коленями резиночку. Угу. Сделано. 3, 2, 1. Поехали. И на выдохе. Раз. И другой. Два. И пупочек в себя. Копчик чуть подкрутить наверх. И следим за движением таза. Да, то вверх, то вниз. Задняя поверхность бедра знатно включается. Да, и задняя, и передняя, и пресс, конечно же. Также можно прочувствовать и плечевой пояс. Да, чувствуешь? Конечно, в статике работать. Прилично. Можем сказать, что это упражнение прямо на все тело. Ну что, немножко осталось. Еще делаем. Важно держать темп. Активный темп, хороший, друзья. Если кажется, что это спокойно, обязательно ускоряемся. И 3, 2, 1, закончили. Ух, вот это да. Вот это мы с тобой молодцы. Такую прошли тренировку. Ой, класс. Ну что, теперь отдохнем 60 секунд и давай к следующему кругу. Я очень сильно устал. Дай 5. Есть. Молодцы, ребят, отлично потренировались. Теперь пишите в комментариях, какое упражнение вам показалось самым эффективным. Не забывайте, что данный комплекс мы выполняем 3 круга. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и не пропустите ни одной тренировки. Ну а мне нужно правильно восстановиться. Лучший способ избавиться от мышечной боли и восполнить силы – это массаж. Я всегда использую перкуссионный массажер после тренировок. Увидимся на 4-й тренировке нашего фитнес-марафона от компании Ямагучи. На этой тренировке мы проработаем мышцы ног и ягодичных. Теперь всем пока, друзья. Увидимся на следующей тренировке. Пока. Пока.